Ректорский бал прошел в университете имени Янки Купалы. На него были приглашены одни из лучших выпускников. Лауреат различных премий за достижения в области науки, призеры спортивных соревнований и победители творческих конкурсов. В этом году в бале приняли участие около 100 студентов. Этой традицией уже несколько десятков лет. И каждый раз выпускники готовятся к нему ничуть не менее щепетильно, чем на самое важное событие в своей жизни. Помимо того, что это долгожданный выпускной, для всех ребят ректорский бал – важное мероприятие. Это значит, что их деятельность во время учебы замечена и оценена. Деканат, в целом факультет, университет, они создали все условия за эти 4 года, коротких, но таких полных, для того, чтобы я стала тем человеком, которым мне приятно себя ощущать, той вот гармоничной личностью. И, соответственно, знания, которые я получила, я могу их использовать и в профессиональной дальше карьере, и, в принципе, в личной жизни, потому что, это психология, да, соответственно, специфика такая. То, что сегодня я здесь, я считаю, что это, во-первых, та активность, которая мне самой приносила большое удовольствие. Мне очень было участвовать в различных мероприятиях, очень их много было, потому что университет, он создает для этого условия, чтобы мы развивались. В этом году Купаловский университет выпускает 2440 человек. Скоро они все придут на свои первые рабочие места, где смогут оправдать ожидания преподавателей и в очередной раз показать, что Купаловский вуз действительно достоин занимать лидирующие позиции в рейтинге университетов страны. Очень приятно, что среди лучших и в этом году у нас есть 3 иностранных студента, которые заканчивают университет с так называемым красным дипломом или дипломом с отличием. Мы надеемся, что те коллективы, в которые придут наши выпускники, мы очень переживаем за своих выпускников, встретят их радушно, помогут им адаптироваться на первом рабочем месте. А между тем, у будущих студентов сейчас самая горячая пора. Многие сдали уже по 2, то и по 3 предмета. И начиная с понедельника, уже можно будет узнать о результатах тестов.